Всем привет, дорогие зрители, с вами канал Недвижимость Турции, Paradise Alanya. Меня зовут Агахи, я в этот раз нашел для вас 3+1 в районе Оба. Хорошие локации. Расстояние до моря максимум 600 метров. Чирипица. Есть также солнечные батареи. Воду обогревают при помощи них. Здесь отдельная кладовочка. Сразу зайдем в квартиру. Так, спальня. Здесь вся минимальная площадь 150 квадратных метров нетто. Здесь есть сейф. Надо зеркало снять и найти бриллианты. Тут гардероб, суки. Отлично сделали. Так, отсюда кондиционер электро. Квартира подходит для ВНЖ. ВНЖ в Турции. Теплые полы на верхнем этаже. Полностью. Вторая спальня. Высокий потолок. Проект 2010-2011 года. Тут спальня тоже большая. 20 квадратных метров, что. Здесь первый санузел. Нормально открывает кабинка. Стиральная машинка фирмы Arçelik. Ремонта не требуется. Переезжай и живи. Квартира под ключ. Спустимся вниз. Деревянные лесенки. С проектом смотрит хорошо управляющая компания. Айдат здесь 60 евро. Так как его останавливают европейцы в этом проекте. Тоже Arçelik у нас, духовка, вытяжка, плита, холодильник. Вот. У меня есть такая большая гостиная, совмещенная с кухней. Там была еще одна спальня, они стенку брали, сделали как бы гостиную или гостевую часть. Столовая в этой стороне. Так, прихожая, шкафчик есть, все как надо. Здесь есть тоже теплые полы, в этом санузле. Проточный водонагреватель вдобавок по всей квартире. Это что такое? Интересно. Так, диванчик раскладывается. Ага, открывается. Раскладная, как книжка. Сторона здесь восточная и южная наверху. Балкончик. Вот восток. Рядом есть вся инфраструктура для жизни. В той стороне вот видно сеть магазин Кочташ. Впереди Тахтакале, впереди еще есть одно здание, впереди еще главная дорога D400. Отсюда до моря максимум 600 метров ходьбы до воды. Вид на горы, вид на облака, вид на птички и вид на эти здания. Так, спущусь я вниз, дорогие зрители. Не надо. Так. Дорогие зрители, на этаже у нас 3 квартиры. Вот еще одна левая сторона. Лифт. Вместим 4-5 человек. Спускаемся на любой этаж. Итак, внизу у нас есть у каждой квартиры отдельная кладовка. Не буду спускаться. Thank you.
зонтики, шезлонги, люди загорают, воду запустили в бассейн. Открытая парковка. Машины, кажется, здесь не останавливают. Так, вышел я из здания. Вот эта дорога, и отсюда прямо к морю выходит к отелю Asia Beach. Там также есть пирс, хороший пляж. Где-то плиты, где-то песок. Вырублено там все. А та сторона район Тосмор, вот BP заправка. Отсюда я вижу. Есть ресторанчики и тому подобное. Все в шаговой доступности. Там торговый центр Аланиум. Тахтакале прямо рядом. Это сеть магазинов. Все, с вами. Самое главное, дорогие зрители, цена этой квартиры 245 тысяч евро. Айдат 60 евро. Звоните, пишите по номеру плюс 90 555 064 91 10. С вами был Агасиев, Солнечная Лань, район Оба. Всем пока.